одно из самых драматичных заболеваний в онкологии, которое может поразить мужчину, это подтоканечный рак полового члена. К сожалению, никакие малоинвазивные технологии в данном конкретном случае были неприменимы из-за масштаба поражения. Поэтому мы вынуждены были пойти на радикальный объем в виде резекции полового члена, чем сейчас и занимаемся. К счастью, у пациента нет поражения региональных лимфоузлов, мы сможем ограничиться, не потребуется лимфоденэктомия регионарная, но такая инвалидизирующая в какой-то степени операция будет применена. К сожалению, мы на это сделать обязаны. Но вот такие проблемы бывают у мужчин. Спасибо. Дорогие друзья, вот такой результат нашей операции. Это больная часть, это здоровая. Сейчас мы ее уберем, и пациент будет пользоваться только здоровой частью. А потом, когда мы убедимся, что онкологический компонент лечения завершен, поговорим о реконструкции. Спасибо.